Уже этой осенью электростанция Нюрбинского комбината, можно сказать, переживет второе рождение. Она начнет работать на альтернативном топливе. Вместо дорогого дизельного топлива ее будут заправлять сырой нефтью. Вы видите трубы. По нижней трубе поступает нефть. И вот здесь, непосредственно вот в этой установке, она очищается, вот это, как я говорил, центрифуга под действием центробежной силы. После происходит подогрев. Нефти до необходимой температуры трубчатый подогреватель, полосничатый подогреватель паяный. После этого возвращается уже непосредственно очищенная нефть в емкость. Еще несколько лет назад «Валроса» начали сокращать затраты на покупку топлива. Вместо дорогостоящего дизельного решили постепенно переводить работу энергообъектов на сырую нефть. Так, этой осенью один из главных объектов на Кынской площадке переведут на альтернативное топливо. Важно, что новые двигатели двухтопливные. То есть при отсутствии нефти они могут работать и на дизельном топливе, в зависимости от потребностей производства. Дизельная электростанция Нюрбинского комбината снабжает электричеством всю Накынскую площадку. И уже осенью станция перейдет на сырую нефть. И благодаря этому снизится стоимость электроэнергии. Электростанция работает в Накыне с 2003 года. Договор о ее модернизации подписали в 2016 году. Альтернативное топливо будут доставлять сюда спецтранспортом с нефтебазы УМТС. Двух таких машин хватит, чтобы обеспечить электроэнергией сутки работы обогатительной фабрики и самого поселка. Станцию переводит на альтернативное топливо, сырую нефть для удешевления стоимости производства электроэнергии. Стоимость производства электроэнергии, соответственно, повлияет на себестоимость выпуска одного карата алмазов. Сейчас на станции заканчивают строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Здание пока еще дизельной электростанции – это конечный пункт. Отсюда и распределяется электроэнергия на производственные площадки и поселок Накын. По оценкам специалистов, альтернативное топливо позволит существенно снизить производственные расходы в целом по компании. Только в ближайшие 10 лет от этого ожидают экономию в 5 миллиардов рублей. Модернизация промышленных площадок – часть реализуемой программы по повышению операционной эффективности и снижению расходов «Алроса». Марфа Яковлева, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».